Всем привет, с вами Артём и канал «Это фитнес, это жизнь». И сегодня поговорим о том, как важно следить за траекторией своего мяча, как над сеткой, так и после отскока. Самая лучшая траектория крученного удара – это когда мяч достиг самой высокой точки над сеткой. Чтобы продемонстрировать это, я натянул веревку над сеткой и на задней линии. Так я натянул веревку 80 сантиметров над сеткой и такая же высота на задней линии, чтобы продемонстрировать отскок. Вот сейчас я покажу, какой должна быть траектория над сеткой. Вот, как вы видели, мяч перелетает веревку над сеткой и после отскока перелетает вторую веревку. Сейчас я поставлю камеру туда, и вы можете наглядно посмотреть. И сейчас мы перейдем на подачу. И вы можете посмотреть траекторию моего мяча над сеткой и при выходе. Вот я спустил веревку над сеткой, естественно, для подачи. И осталось 40 сантиметров над сеткой. А на задней линии я оставил точно так же, как и был. Эта подача очень важна, поскольку заставит играть соперника в очень неудобной точке сверху, в особенности бэкхенд. Оператор с ракеткой. Следите за траекторией своих мячей во время тренировки и игры, и вы почувствуете, что ваша игра становится стабильнее. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Это фитнес, это жизнь». Тренируйтесь вместе со мной. Всем пока!